Всем привет! Это распаковка товаров с сайта Мыло Опт. Коробочку я уже открывала на новой почте. Как вы видите, это коробочка от марки Ласунка. Я проверяла на новой почте наличие всех товаров, чтобы они все были. Вот, везде проставлены плюсики, все есть. На удивление, заказ пришел очень быстро. 29.07 он был оформлен, а 6.08 он уже у меня. У меня было 17 позиций, но некоторых вещей было по несколько. Давайте посмотрим, что нам пришло. Пудра Шалфея. На сайте, конечно, показано, что это какая-то баночка с откручивающейся крышечкой, но пришла она в пакете. Все это лежало в пакете, просто я это выложила вот в таком виде. Гидролат хмеля, 1 литр. Жидкий шелк, 50 миллилитров. На баночках указаны, кто изготовитель и срок годности, что очень хорошо. Также это гидролат багульник гренландский, 50 миллилитров, очень хороший для волос. Дальше протеин, гидролизат протеинов пивных дрожжей, 50 миллилитров. Так, дальше у нас масло персиковой косточки водорастворимое, 25 миллилитров. Масло косточек облепихи, 30 миллилитров. Витамин В5, 50 миллилитров. Депантенол, 25 миллилитров, 30%. Масло косточек облепихи, видите, тут этикетка неровно прилеплена, она зацепилась за пакет, и вот на ней видно остатки пакета. Надеюсь, вам хорошо видно. Эфирное масло розового дерева, также недоклеенная наклеечка. Также есть гидролизат протеинов шелка, 50 миллилитров. Масло персиковой косточки водорастворимое, еще один бутылечек. Гидролизат протеинов кератина, мне кажется, он уже был, ну или еще будет. Еще одно персиковая косточка водорастворимая. Было 3 бутылечка. Гидролизат протеинов кератина. Комплекс витаминов АЕФ, полезный для кожи и для волос. Потом еще один комплекс АЕФ. Порошочек спирулины, тоже было показано, что он будет в баночке, но пришел в пакете. Будем пробовать проверять, какой он по качеству. Также есть гидролизат протеинов шелка, мне кажется, уже был. Может, я ошибаюсь. Жидкий шелк, 50 миллилитров. Витамин В12. Витамин В12. Эфирное масло лимона. Там, тут еще есть бутылечки. Витамин В12. Эфирное масло лимона. Гидролизат протеинов пивных дрожжей и никотиновая кислота. Вы можете видеть, в коробочке что-то протекло. Вот, еще снаружи видно было, что была утечка. Итак, отзыв о мыло Опт. Вот мой заказ. Здесь около 30 позиций, насколько я помню, 29, 17 позиций, но 29 бутылечков, пакетиков. Этот раз я приятно удивлена, и было все доставлено очень быстро, за неделю прошла оплата, доставка, сбор моего заказа. Спасибо большое всем, кто этим занимался. Также хочу сказать, что при заказе от 350 гривен действует скидка. Не скидка, а бесплатная доставка новой почтой.
Этот раз я довольна за работой этого сайта, этого магазина, потому что в прошлый раз я больше месяца ждала свой заказ, этот раз неделю. Я приятно удивлена, буду еще делать заказы. Спасибо за внимание.